счет фактуры старого образца показаний. Да? Вот, значит, мы сейчас делаем вот такие. Но казанская практически тут мало что поменяется. Такая счет-фактура в почтовых ящиках с июля. Новая форма для обновленной системы оплаты. Теперь платежи коммунальщикам через единый расчетный центр. Она будет одинакова по всем районам, то есть она будет стандартизирована. Вся информация полностью, которую можно учесть, квитанция, она будет содержаться для всех районов одинаково. У нас что, будет отдельные квитанции? Квитанция одна, но только больше граф, колонок и информации. Напечатают и данные по субсидиям. Для Казани не новость, а для некоторых районов республики это впервые. Мы должны же знать, что вот в этой квитанции просто капитальный ремонт написан. А тут будет все расписано, куда чего уйдут. Если поставщикам сразу будут перечисляться, я думаю, более таких долгов не будет и на жильцов, наверное, не будут раскидывать. Вот кто вот не платит. С другой стороны, это повышает ответственность граждан. До этого деньги поставщикам шли через управляющие компании. Исключить посредника решили из-за крупных долгов. Заключать или нет прямые договоры с поставщиками услуг решает каждый индивидуально. Банковские штрих-коды будут там, это у каждого. Вода напрямую, электроэнергия напрямую, тепло напрямую. Хоть и прямые договора, единым платежным документе все это. По всей республике 800 управляющих компаний сейчас в базе единого расчетного центра. 200 еще в работе. К июлю система должна заработать в Казани, а к сентябрю в Набережных Челнах. В Казани несколько сот ТСЖ, которые ранее и не работали через расчетные центры. Сейчас с ними разрабатываются варианты сотрудничества. Альбина Минибаева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.